Детишки-ребятишки, девочки и мальчики, Дракоша расскажет вам сегодня сказку в стихах Корнея Ивановича Чуковского «Мойдодыр». Мойдодыр такой умывальник, он хочет, чтобы все чистенькие были. Ребятишки умывались на ночь и утром. И вот Дракоша вам хочет ее рассказать, чтобы с вами подружиться, чтобы вы его знали и любили. Похвали меня, дружок, повтори за мной стишок. Дракошечка, дракошечка, не зайчик, ты не кошечка, но тоже очень славный. И дети мои забавные. Вот я какой. Да, вот такой Дракоша у нас. Добренький, веселенький. И хочет рассказать вам сказку. Усаживаемся поудобней. И рассказываем сказку Корнея Ивановича Чуковского «Мойдодыр». Одеяло убежало, улетела простыня, и подушка, как лягушка, ускакала от меня. Я за свечку, свечка в печку, я за книжку добежать, и в припрыжку под кровать. Я хочу напиться чаю, к самовару подбегаю. А пузатый от меня убежал, как от огня. Что такое? Что случилось? Отчего же все кругом? Завертелось, закружилось и помчалось колесом. Утюги за сапогами, сапоги за пирогами, пироги за утюгами, кочерга за кушаком. Все вертится, все кружится и несется кувырком. Вдруг из маминой спальни кривоногий и хромой выбегает умывальник и качает головой. Ах, вот! Ты гадкий, ах ты грязный, неумытый поросенок. Ты чернее трубочиста. Полюбуйся на себя. У тебя на шее вакса, у тебя под носом клякса, у тебя такие руки, что сбежали даже брюки. Даже брюки, даже брюки убежали от тебя. Рано утром на рассвете умываются котята, и мышата, и утята, и жучки, и паучки. Да один не умывался, и грязнули и остался. И сбежали от грязнули и чулки, и башмаки. Я великий умывальник, знаменитый Мойдодыр, умывальников начальник и мочалок командир. И если топну я ногой, позову своих солдат, в эту комнату толпою умывальники влетят. И залают, и завоют, и ногами застучат, и тебе головомойку неумытому дадут, прямо в мойку с головою окунут. Он ударил медный таз и вскричал: «Карабарас!» И сейчас же щетки, щетки затрещали, как трещотки. И давай меня тереть, приговаривать. Моем, моем трубочисто, чисто, чисто, чисто. Будет, будет трубочист, чист, чист, чист. Тут и мыло подскочило, и вцепилось в волоса. И юлило, и мылило, и кусало, как оса. А от бешеной мочалки я помчался, как от палки, а она за мной, по садовой, по сеной. Я к Таврическому саду перепрыгнул через ограду, а она за мной мчится и кусает, как волчица. Вдруг навстречу мой хороший, мой любимый крокодил. Он с Татошей и Кокошей по аллее проходил. И мочалку, словно галку проглотил. А потом, как зарычит на меня, как ногами застучит на меня, «Уходи-ка ты домой», — говорит.
да лицо свое умой, говорит, а не то, как налечу, говорит, растопчу и проглочу. Говорит, как пустился я по улице бежать, прибежал я к умывальнику опять, мылом, мылом, мылом умывался без конца, смыл и ваксу, и чернила с неумытого лица. И сейчас же брюки, брюки так и прыгнули мне в руки, а за ними пирожок, ну-ка съешь меня, дружок. А за ним и бутерброд, подбежал и прямо в рот. Вот и книжка воротилась, воротилась и тетрадь, и грамматика пустилась с арифметикой плясать. Тут великий умывальник, знаменитый Мейдадыр, умывальников начальник и мочалок командир, подбежал ко мне, танцуя и целуя, говорит, вот теперь тебя люблю я, вот теперь тебя хвалю я, наконец-то ты, грязнуля, Мейдадыру угодил. Надо, надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистом, стыд и срам, стыд и срам. Да здравствует мыло душистое, и полотенце пушистое, и зубной порошок, и густой гребешок. Давайте же мыться, плескаться, купаться, нырять, кувыркаться в ушате, в корыте, в лохане, в реке, в ручейке, в океане. И в ванне, и в бане, всегда и везде. Вечная слава в воде. Вот такую сказку прочитал вам наш Дракоша. Он хочет с вами познакомиться, подружиться и во сне вам приснится. Он очень веселый, добродушный, хороший наш Дракоша. Мой стишок. Дракошечка, дракошечка, не зайчик, кошечка. Тоже очень славный, веселый, забавный. Вот он какой. Пока-пока, ребятишечки, детишечки. Укладываемся спать вот поудобнее, закрываем глазки. И пусть вам приснится наш добрый Дракоша. Пока-пока.